что с эфиром-то, что с эфиром? Опять ставлю секундомер, 5 минут эфира. Поехали. 5 минут. Засек. Давайте, 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 собираемся снова. Что-то не знаю, что-то рассоединило нас. Почему, непонятно. Дианки, Дианки, кто не спит? Кто не спит? Всем привет. Болгария, привет. У вас вот так вот, типа, да, нет, да, нет. Написал много нового, интересного, крутого, прям очень крутого. Прям меня аж прям до мурашек пробрало. Вот. С кем сейчас в отношениях? Не расскажу, ничего не расскажу. Да ладно, шучу. Пока не расскажу все равно. Так. Итак, первая минута эфира. Сегодня такой коротенький эфир будет, но динамичный. Кто не спит, кого разбудил, извините, простите. Ворвался в ваш сон. Чуть-чуть фокус поменяем. Вот так. Привет. Сегодня днюха. Привет тебе, Алешина. Алиночка, привет. Тверь не спит, Ростов, привет. Канада, привет. Рига тоже. Сорока, красавчик, спасибо. Собираемся активно. С кем сидишь? Один. Хотя иногда разговариваю сам с собой. Но сейчас разговариваю с вами. Привет из Беларуси. Беларусь, привет, на связи. Меня разбудил? Класс. Почему так светло? Да нет, темно, смотрите, темно. Просто лампы. Лампы горят. Ты сказала, что тебе деньги не важны. Просто хочешь лететь до луны. Я за рулем, детка, но ты у руля. Твоя судьба быть королевой для короля. Привет, Марик, Челябинска, привет тоже. Вау, привет из Москвы. Не был 3 дня с вами на связи. Привет из аптеки, аптека, привет. Сколько времени? Уже 2:10. Я уже 2 минуты в эфире. Любишь, когда темно? Ух, когда очень темно люблю. Откуда вы комары закусали? Дождь только что был. Комары просто готовы разорвать меня. Ты, Малорик, спасибо. Роднули. Что делать в темноте? В темноте собираются с мыслями и начинают переходить на ощущения. Вот так вот. Как ты умудряешься там сидеть или без пары? Темно. Это очень тяжело. Правда, без пары. Меня без мыслей. Спрашивают, не будет тур в Казань? Не знаю. Скорее всего, да. Говорю, да, комары сосут. Привет из Питера, привет, Питер. Не жди, Тагил, привет, Тагил. Хочешь уйти из проекта? Да разные мысли в голову посещают. Пока нет, сорока прикольный. Привет, саламчик, ответь, ответь, ответь. Саламчик, саламчик, пополамчик. Ты как рэп читаешь? Ну да, потому что 3 минуты прошло, я еще 2 минуты в эфире, все. У меня, я 3 дня не был в сети, у меня сумасшедший завален директ, у меня завален все, и на Дальнем Востоке больше комаров. Они вообще жесть жрут в этом году, да. Так, и у меня сообщений много. Короче, 3 дня не брал в руки телефон, прикиньте. Так, ты пробуешь роль ведущую? Не знаю, пока ничего не пробую. Каждый день слушаю дыхание. Это прекрасно. Это прекрасно. Мне какие-то люди написали, что дыхание вообще топ. И я знаю, что топ. Еще в эфире там лечу на свет, чуть-чуть пел. Короче, нормально все. Нормально. Много нового. Прям вообще. Столин, привет. Огуречная страна. Привет, огуречная страна. Так, мои хорошие. Закон убит таким офигенно. Ну, это вообще очень крутой комплимент. Ты прикольный. Обожаем эфиры с тобой. Спасибо, родненькие. Люблю вас тоже. Блин, в эфирах, мне кажется, я иногда грустноват. Типа, мне уже там, типа, вот так вот я делаю. Как ты называешь младшего сороку? Младшенький. Я его называю брат, на самом деле. Ты пойдешь так долго направить без отношений и выгнать же. Так, что делаешь эти 3 дня? Был кое-где. В одном интересном месте. Как зовут по-настоящему? Меня зовут Артем. 30 секунд остается. Родники. У меня 0 подписок. Я ни на кого не подписан. Расскажу почему. Потому что совсем скоро я подпишусь на 100 человек. Это будет золотая сотка. Золотую сотку. Потому что понял, что я подписан на очень много людей. И не могу их лайкать. Не могу следить за ними. Короче, я выберу 100 человек. Каким-то путем, еще не придумал каким. Но выберу 100 человек. На них подпишусь. И буду следить за ними. Буду лайкать. И смотреть. Все. Комментировать даже. Короче.
Скоро будет золотая сотка. Всем пока. 5, 4, 3, 2, 1.